Продолжаем рассказ про сбор винограда. Так выглядит, собственно, место, где чудный напиток производят. Крыса пельменей нагревается, наливается, окунается, готово. Идеально. Хорошо, как ему тюкара, но? Переверни. Я купил у вини де Ньепорт роду. Эти ребята как раз и создали бренд. Отвечая на ваш вопрос, нет, никто ноги не мыл. Давят виноград с веточками, а сок... А сок потом ферментируется и бродит. Сомневаюсь, что Адриано Челентано ноги мыл в украшении строптивого. Конечно, в основном для давки используют пресс, а не ноги. Девчонки радостно визжали и усердно работали. Вот так выглядит очень. Здесь сосиса. Дальше виноград.